Отбеливание – это большая часть эстетической стоматологии, потому что вся эстетика на сегодняшний день состоит из трех компонентов – это цвет, форма и функции. А отбеливание – это неотъемлемая часть именно цветовой составляющей, один из механизмов, который может нам в этом помочь. И сегодня мы поговорим о системе Philips Zoom 4-го поколения. Лампа называется Philips Zoom White Speed, которая признана пациентами и стоматологами со всего мира как брендом номер один в сфере профессионального отбеливания. Чистка – это физический процесс аппаратом, щетками, различными пастами, полировочными системами, которая направлена на осветление зубов. То есть мы придаем таким образом зубу яркость, потому что у зуба есть целый ряд оптических свойств. Отбеливание – это работа с оттенком. Таким образом, с помощью чистки мы можем добиться лишь осветления зуба и придания зубу яркости, но не отбеливания. Перед отбеливанием проводится одна процедура, она всегда обязательна. Это профессиональная гигиена полости рта, то есть комплексная очистка зубов. За исключением пациентов с заболеваниями ткани парадонта, которые должны пройти консервативную терапию перед отбеливанием, стабилизировать результат, затем они допускаются к процедуре отбеливания. Следующая группа пациентов, в анамнезе которых имеется чувствительность зубов. Такие пациенты должны пройти реминерализирующую терапию различными гелями либо пастами, которые назначит ваш врач-стоматолог в данном конкретном случае. Затем пациент через 2 недели допускается к процедуре отбеливания зубов. А также пациент, которые имеют различные композитные реставрации или ортопедические конструкции в полости рта, должны помнить, что они не подлежат отбеливанию. И после результата отбеливания, если пациенту не устраивает эстетический результат, он должен понимать, что потребуется коррекция композитных реставраций, либо замена различных ортопедических конструкций, таких как виниры, коронки, либо мостовидные протезы. Клинически и лабораторно доказано, что отбеливание не нарушает структуру кристаллической решетки зуба. Система Philips Zoom White Speed является наиболее бережным отбеливанием для зубов, так как в своем составе активного компонента она содержит аморфный фосфат кальция, который во время процедуры отбеливания осуществляет реминерализирующую терапию, то есть заполняет пустоты специальными кристаллами гидроксиапатиты, то из чего состоит наш зуб. Несомненно, как и у любой медицинской процедуры, здесь существуют противопоказания. Первым противопоказанием является возраст пациента до 18 лет. Второе – это наличие у пациента в аллергологическом анамнезе аллергии на перекись водорода. Третье – это беременные женщины и кормящие мамы. Следующая группа пациентов, которые находятся на лечение онкологических заболеваний, злокачественных новообразований, пациенты, которые имеют в своем анамнезе иммунодефицитное состояние, а также пациенты, которые имеют кардиостимуляторы или другие подобные устройства. Все обязательно пациенты должны пройти первичную консультацию перед процедурой отбеливания. Полученный результат сохраняется в среднем от 3 до 5 лет. Если пациент соблюдает все рекомендации врача-стоматолога, срок действия отбеливания пролонгируется, то есть увеличивается.